сегодня мы делаем вот такое вот красивое праздничное сердце из розочек и конфет. Для этого нам понадобится гофрированная бумага двух цветов, красного и зеленого, тесьма кружевная, бамбуковые палочки, флористическая проволока и клей. А также сердечко из пенопласта как основа. Ягоды сахарные и тычинки, конфеты и лента. Начинаем нашу работу. Мы вырезали три детали для наших трех этапов. Первый этап – это крепление для нашей конфеты. Ширина нашей основы 5 см, длина 12 или 12,5. Дальше заготовка для лепестка поменьше будет 3 см, 3,2,5 и 7. И последний лепесточек у нас должен быть шириной 4 см и 7,5. Начинаем мы из того, что делаем основу крепления. Разрезаем вот такой прямоугольник напополам. Закручиваем и растягиваем. Вот такая вот основа у нас получается. Дальше мы делаем наши лепесточки. Вот мы вырезали уже тот, что поменьше и побольше. Вырезаем таким образом все наши лепесточки. Дальше мы растягиваем наши лепесточки от центра вот таким вот образом. Получается у нас такой вот лепесток. Растягиваем все наши заготовки. Наши лепесточки побольше мы сначала закручиваем, а потом растягиваем. Вот у нас основы все готовы для нашего будущего цветка. Теперь приступаем к сбору самого цветка. Берем конфету. Нашу заготовку для серединки. Помещаем конфету туда. Заворачиваем. Фиксируем с помощью горячего клея и закручиваем. Наш цветок почти готов. Вот такой вот вид он сейчас имеет.
Сейчас мы будем приступать к тому, что мы будем делать зеленую часть нашего цветочка из зеленой гофрированной бумаги. Также вырезаем основу для него. Основа должна быть приблизительно 8 сантиметров на 8 сантиметров. Вот такой вот квадратик. Складываем в гармошечку. Вырезаем от центра по диагонали вот такие две линии. Закручиваем верхушки. И растягиваем каждую полосочку. Вот у нас получилась такая основа, на которую мы наносим горячий клей и прикрепляем к самому цветочку. Мы вырезали полосочку из гофрированной бумаги, растянули ее, и сейчас будем закручивать бамбуковую палочку. Таким образом у нас получается стебелек. Розочка наша готова. Сейчас мы приступаем к тому, что делаем бутон. Вырезаем основу с красной гофрированной бумагой. Основа у нас 5 сантиметров на 5,5. Делаем форму. Растягиваем и помещаем конфетку. Конфетку размером поменьше. Теперь берем основу зеленую для нашего бутона. Размер ее 4,5, 5,5. Складываем гармошкой. Проделываем такие же действия, как и для розочки. Бутончик у нас получился. Дальше мы делаем листик. Для листика мы берем квадрат. Квадрат мы можем взять любой формы, любого размера, какого мы захотим. Прирезаем напополам. Получаем вот такие два треугольника. Наносим горячий клей на одну часть. Прикрепляем флористическую проволоку и прикрепляем вторую часть, плотно придерживая стык в стык. Вот такой вот листик у нас получился. Приступаем к следующему этапу. Для того, чтобы начать украшать наше сердце, сердце, которое будет размером 23 сантиметра на 24, нам понадобилось 8 розочек и 8 бутонов. Приступаем непосредственно к самой сборке нашего сердца. Мы отрезали
кусочек гофрированной бумаги, ориентируясь на высоту нашего сердечка, чтобы оно полностью помещалось в этот кусочек. Дальше мы растягиваем. Растянули наш кусочек, прикладываем к сердечку и фиксируем с помощью клея. Дальше мы будем боковую нашу часть сердечка обклеивать вот таким вот способом, с помощью тесьмы. Наносим горячий клей на уголок сердца, фиксируем. Наша основа готова. Теперь мы будем заполнять ее нашими розочками и бутонами. Предварительно мы обрезали шпажки, на которых были зафиксированы наши розочки. Теперь наносим горячий клей на стебельки розочек и прикрепляем к основе сердечку. Чередуя розы и бутоны. Сейчас выглядит наше сердечко. Дальше мы будем прикреплять печеньки.
ягоды и ленту. Ягоды и тычинки мы прикрепляем на шпажку, чтобы потом было удобно нам закреплять. Закручиваем таким образом. Прикрепляем мы тейп-лентой. Вот так вот мы сделали ягодки и тычинки. Такой у нас результат вышел. Теперь мы можем прикреплять к нашей основе сердечко. Украсим еще наше сердечко бантиками, которые мы сделаем вот с такой вот ленточки. Отрезаем кусочек. Длина такого кусочка у нас 20,5 сантиметра. Наносим на кончик горячий клей. Делаем вот такой вот кружок и к центру также скрепляем горячим клеем. Фиксируем. Дальше берем флористическую проволоку. Загибаем нашу ленточку. Обкручиваем проволоку. И получаем вот такой вот бантик. Таких делаем несколько штучек. Теперь мы прикрепляем наши бантики. Чтобы наше сердце выглядело еще более праздничным, мы задекорировали его такой вот надписью «С Днем Святого Валентина». Теперь наше сердце полностью готово. Дальше у нас еще очень много мастер-классов, не менее интересных.